24 продолжает выпуск новостей. В студии Бутагу Саркулова. Здравствуйте. Казахстан в экстренном порядке направит спасателей и врачей в пострадавшие районы Турции для участия в поисково-спасательных работах. Об этом во время телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев сообщил Реджеп Тайип Эрдогану. Глава государства еще раз выразил глубокие соболезнования президенту Турции в связи с многочисленными жертвами разрушительных землетрясений в нескольких провинциях страны. Президент отметил, что наша страна окажет и гуманитарную помощь братской республике. Тем временем в Турции фиксируют новые землетрясения. Погибли, по последним данным, больше 1500 человек. Раненых около 10 тысяч. Разбор завалов продолжается. Наши корреспонденты восстановили хронологию событий. 4 утра. Турецкая провинция Кахраманмараш. Местные жители проснулись от сильных подземных толчков. То, что происходило дальше, в первые минуты фиксировали камеры видеонаблюдения. Очаг, как выяснилось позже, залегал на глубине 10 километров. Следом еще 3 землетрясения в соседней провинции Газиантеп. Всего сейсмологи зафиксировали около 50 мощных авторшоков в 10 регионах, включая Диарбакыр, Шаншлы, Урфа и Османие. В Газиантепе обрушилась историческая крепость. Разрушены многие строения, многоэтажные дома складывались как карточные домики. Власти объявили 4-й самый высокий уровень тревоги. Он предусматривает международную помощь. На юго-восток республики переброшены поисково-спасательные группы. Для устранения последствий задействованы транспортные самолеты. Временно закрыты учебные заведения. Сегодняшнее землетрясение стало самым крупным бедствием в истории Турции с момента Эрзинджанского землетрясения 1939 года. Землетрясение магнитудой 7,7 ощущалось на обширной территории. Поисково-спасательные работы на завалах построек в зоне землетрясения продолжаются. Сегодня время для сплочения и единства для каждого из 85 миллионов жителей Турции. По данным Associated Press, некоторые жители пытаются уехать из пострадавших регионов. В результате образовались пробки на дорогах. Это затрудняет работу аварийных бригад. Спасательную операцию осложняет и минусовая температура, аномальная для этих регионов. Под завалами остались люди. У меня в этой квартире живет друг. Его детей спасли с верхнего этажа. Посмотрим, что стало с теми, кто живет на первых этажах. Я спал, когда моя жена внезапно разбудила меня. Землетрясение было очень сильным, страшным. Мы слышали звуки отовсюду. Прошло почти 2 минуты, пока толчки прекратились. Примерно в 1 часа дня по местному времени в турецком Кахраман-Мараш произошло новое землетрясение, еще более мощное, магнитудой 7,6. Одно из разрушений произошло в прямом эфире местного канала. На ситуацию уже отреагировали США, Израиль, страны Евросоюза. Экстренную помощь Турции окажет и Казахстан. В пострадавшие регионы направят медиков и спасателей. Завреш Думанкызы и Бакберген Панат, Хабар 24. Поисково-спасательные операции в эти минуты продолжаются и в Сирии, где также пострадали жители нескольких провинций. Сообщается о 800 погибших в результате землетрясения. Но это не окончательные цифры. Усугубляют ситуацию минусовые температуры. Если помощь не придет вовремя, люди могут погибнуть от переохлаждения, опасаются в неправительственных организациях. Больницы тем временем уже переполнены ранеными. Поисково-спасательным работам мешает плохая погода. Дожди, сильный ветер, температура ниже нуля. Мы опасаемся, что это может привести к увеличению числа погибших. Страна сталкивается с гуманитарной катастрофой с разрушительными последствиями. Раз того, как там они.
Продолжаем выпуск и к другим темам. Казахстанских майнеров обяжут платить налоги. Работать без лицензии они не смогут. Их деятельность будет регулировать Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Закон подписал президент. Ранее его одобрили в Сенате парламента. Цель – вывести криптовалютные операции из тени и сформировать легальный рынок цифровых активов. Новый закон также позволит регулировать потребление электричества в майнинговой отрасли. Газифицировать почти 65% страны к 2029 году планирует Министерство энергетики. Сегодня глава ведомства Болат Акчулаков представил проект концепции развития топливно-энергетического комплекса на совещании в правительстве. По нему на четверть будет увеличено производство товарного газа. Отечественной нефтегазохимической продукции станет в 6,5 раза больше, а энергоемкость экономики снизится до 5%. Что касается добычи нефти, она вырастет за счет расширения производственных мощностей на Тенгизе, Хашагане и Карачаганаке. Новые генерирующие запасы почти на 12 гигаватт появятся в сфере электроэнергетики. В планах модернизировать технические сооружения электросетей и тем самым завершить формирование единой энергосистемы республики. В Ридере местная ТЭЦ возвращает жителям 63 миллиона тенге. Перерасчет произвели за тепло, которое люди недополучили этой зимой. Напомню, после нескольких серьезных аварий и пожаров в регионе началась проверка деятельности местной ТЭЦ. Выявлены нарушения, которые привели к ухудшению качества поставок теплоэнергии. Почти 22 тысячи абонентов теперь смогут вернуть деньги. В целях защиты прав потребителей прокуратурой области в адрес департамента по регулированию естественных монополий внесен акт надзора о принятии мер по обеспечению перерасчета акционерным обществом Ридер ТЭЦ. Возмещены убытки более 21 тысячи потребителям. В селе Ертаут Туркестанской области заменили столбы и линии электропередачи. До этого жители пользовались старым трансформатором и жаловались на частые перебои со светом. Село Ердаут и 51-й разъезд – самые отдаленные точки Дарбазинского сельского округа. Здесь проживают более 700 человек. Дома расположены вдоль железной дороги. Оттуда с прошлого века население и пользовалось электричеством. Но столбы и линии обветшали и стали представлять опасность, говорят сельчане. Решено было модернизировать электрические сети. Нашим детям со школы теперь хорошо ходить, не по темным улицам. Еще обещали стадион для молодежи сделать. Президент говорил о развитии инфраструктуры в сельской местности, асфальтировании дорог. С прошлого года у нас начали работу, состояние дорог улучшилось, водителям легче стало передвигаться по селу. На модернизацию электросетей в селах Сарагашского района из бюджета выделили 1,5 миллиарда тенге. В 7 населенных пунктах проложили новые линии электропередачи, установили столбы и трансформаторы. Сейчас ведутся работы по обеспечению качественной электроэнергии еще 5 населенных пунктов. По селам Ердаут и 51 разъезд полностью закончили и передали на баланс Онтустык-Жарык. Здесь проблема со светом решена. Оставшиеся 5 населенных пунктов в районе обеспечить качественным светом в Акимате обещают в этом году. Затем начнется работа по подключению домов к природному газу. Катерина Попкова, Жандо Жумабек, Ербулат Абиш, Туркестанская область, Хабар 24. В 4 селах Кызылординской области приступили к реконструкции изношенных водопроводов. На эти цели выделено свыше 600 миллионов тенге. Райхан Дашибаева расскажет подробнее. Центральный водопровод на смену шахтным колодцам для 70-летней Кулихан Аскарова из села Житыколь. Это комфорт и совсем новое качество жизни. Впрочем, доступно оно стало и жителям села Бесарык. Раньше воду на тачках флягами, ведрами по нескольку раз в день возили. Трудно было зимой. Летом тоже непросто. Сейчас в доме центральный водопровод. Чистая вода. Все удобства.
каждом доме чистая вода из глубины 520 метров. Раньше колодцы копали, колонки устанавливали. Сейчас две скважины обеспечивают водой бесперебойно 24 часа в сутки. В централизованной системе водоснабжения в Сырдаринском районе подключены все села. Четырех из них водопроводные сети нуждаются в обновлении. Работа в этом направлении уже начата, говорят в акимате. Разработана проектно-сметная документация и направлена бюджетная заявка на 412 миллионов тенге в Минэкономики. Кроме того, планируется реконструкция водопроводных сетей на 10 улицах поселка Теренузек. Проектно-сметная документация и бюджетная заявка на сумму 217 миллионов тенге направлена в соответствующее министерство. В общей сложности до конца года планируют заменить 13 километров сетей и обновить водонапорные башни. Райхан Ташибаева, Нуржан Музарапшин, Айтмухамед Байдулдаев, Кызылординская область, Хабар 24. Около 300 военнослужащих пришли на помощь жителям сел Жамбылской области, где в минувшие выходные устраняли последствия подтопления талы и дождевой водой. Они помогали спасателям очищать каналы и возводили укрепления, чтобы вода не проникла в дома сельчан. Работали посменно. Риски сохраняются, но ситуация уже под контролем, отмечают местные власти. Это наш гражданский долг. Не задумываясь, мы выделили количество личного состава, который необходимо, технику. И видите, совместно с МЧС, совместно с местными органами власти, третий день уже, не отдыхая, работаем с ними совместно. Между тем, специалисты назвали регионы с высокой паводковой опасностью. В списке практически все области, за исключением Лутауской и Павлодарской. Меньше всего рисков Мангыстау. В остальных регионах готовятся к весне, создают противопаводковые комиссии, организовывают дежурства, готовят технику. Каждый день идет патрулирование вот этих опасных участков. На сегодняшний день заготовлено у нас порядка 25 тысяч инертных материалов. Это песок, балласт и щебень. Также 5 тысяч бутового камня. Организовано круглосуточное дежурство, то есть все находится на контроле. Нарастить объемы торговли до 10 миллиардов долларов планируют Казахстан и Узбекистан. По итогам прошлого года сумма вдвое меньше. О том, какие проекты могут стать наиболее перспективными, говорили главы государств в конце прошлого года, подписывая договор о союзнических отношениях. Казахстан и Узбекистан – это две крупнейшие экономики Центральной Азии. На переговорах в Ташкенте лидеры заявили о потенциале для дальнейшего укрепления сотрудничества, в том числе в сфере двусторонней торговли. В прошлом году наша страна поставила соседней республике 2,5 миллиона тонн пшеницы и 375 тысяч тонн муки. Помимо этого, мы экспортируем картофель, ячмень, масло, кукурузу и мясо крупного рогатого скота. В свою очередь, из Узбекистана к нам привозят автомобили и текстиль. Во время государственного визита у нас еще были крупные проекты подписаны. У нас в общей копилке за время государственного визита получилось на 8 миллиардов долларов. Из них самое главное, и это уже знаковые вещи, это создание не только промышленной кооперации, я бы, наверное, сказал, это будет на долгие годы, это длинные большие автоконтракты. Казахстанский бизнес активно выходит на рынок Узбекистана. Запущены три новых масштабных совместных проекта. В Ташкенте одна из казахстанских компаний приступила к строительству жилого комплекса, а другая заложила фундамент крупного транспортно-логистического терминала под столицей. Церемонию официального запуска посетили президенты Казахстана и Узбекистана. А в Наваи с помощью отечественных инвестиций началось строительство завода по производству минеральных удобрений. Вот уже несколько лет как сотрудничество в этой сфере активизировалось, налажен на постоянной основе диалог между нашими министерствами, ведомствами двух стран. И, значит, достигнуты какие-то практические результаты. В частности, можно отметить, что мы пришли к единому консенсусу по многим щепетильным вопросам, которые касаются именно вот управления трансграничными ресурсами. Казахстан и Узбекистан также увеличат взаимный срок пребывания своих граждан на территории соседней страны. 30 дней. На протяжении именно такого срока смогут легально находиться казахстанцы в Узбекистане без регистрации. И ровно такое же правило будет действовать для узбекистанцев, посещающих нашу республику. Агарке Бахтыбай, Хазараван Мыңбаев, Хабар 24.
И продолжение темы. Центральноазиатские страны смогут выйти на новый уровень взаимного сотрудничества. Так считает политический аналитик Никита Шаталов. По его мнению, государствам предстоит скооперироваться не только в экономических, но и в политических вопросах. Повестка масштабная и потребует большой законодательной работы, касающейся согласования общих интересов, программ, визовых режимов и не только. Какие у нас ключевые вопросы стоят? С Узбекистаном, например, нам бы взаимодействие наращивать по энергетическому комплексу, потому что они нуждаются в газе, в нефти. Обрабатывающая промышленность – очень важный момент, который касается очень многих. В силу того, что, допустим, другие центральноазиатские республики в меньшей степени промышленные, чем мы, у них больше развит аграрный потенциал, возможно, какая-то сельхозкооперация. То есть это прежде всего экономические вопросы. Прием заявок на льготное автокредитование завершился, не успев начаться. Продлился он всего несколько секунд. Зарегистрироваться успели около 800 человек, сколько и планировалось. О том, когда запустят новый прием заявок и какие автомобили доступны, в материале Рауля Габитова. Наурзбай Курмангазы один из тех, кто хочет сменить свою подержанную машину на новую. С нетерпением ждал, когда возобновят программу по льготному автокредитованию. Она стартовала сегодня в 10 утра. Я проанализировал ситуацию во всех наших банках. В каждом из них разная процентная ставка, которая в любом случае очень высокая. Поэтому гораздо выгоднее приобрести автомобиль за счет льготного кредитования под 4% годовых. Прием заявок проходил в онлайн-формате. Потенциальные участники программы должны были заранее определиться с автопроизводителем и авторизоваться на специальном сайте. При этом изначально сообщалось, что зарегистрироваться смогут только первые 761 человек. В первую минуту было зарегистрировано 125 тысяч человек, желающих подать свою заявку. Но платформа благополучно справилась с нагрузками. И мы обеспечили сбор пула в 761 человек, как мы до этого говорили. То есть пул собрался за 18 секунд. То есть на 18 секунде уже прием заявок был завершен. Впрочем, не все счастливчики, успевшие подать заявку, станут обладателями нового автомобиля. В Фонде развития промышленности говорят, что кредит получат только те, кто сумеет подтвердить свою платежеспособность. Я могу дополнительно сообщить, что все, кто не пройдут по кредитоплатежеспособности, не получат кредиты в банках из тех 761 зарегистрированных, их лимиты будут переведены на через два месяца, так как через два месяца и с апреля они снова будут доступны в системе. В последующем прием заявок на платформе планируют проводить ежемесячно, как минимум для 100 заявителей. Напомним, по льготной программе в этом году можно получить 4 марки авто отечественной сборки, цена которых не превышает 15 миллионов тенге. Таковы условия автокредитования. Банк выдает заем до 10 миллионов тенге, остальную сумму должен доплатить покупатель. Рауль Габитов, Арстамбек Оспанов, Асхат Каракойшиев, Хабар 24. Продолжаем выпуск. Мясо птицы запретили накачивать водой в Казахстане. И даже установили норму выделения влаги после его размораживания. Ее доля не должна быть более 4%. Об этом заявили в Министерстве торговли. Уже введен в действие единый регламент. Кроме того, запрещается вводить в переработанное мясо птицы пищевые добавки, в том числе фосфаты, консерванты и усилители вкуса. Нарушителям грозит штраф до 600 тысяч тенге. Отмечается, что подобные стандарты давно работают в Армении, Беларуси, Кыргызстане и России. Так, инспекторы намерены защитить и казахстанского потребителя от опасной продукции. О защите нашего потребителя от ввода, в том числе заблуждения, когда вы покупаете килограмм, да, курятины замороженной, приносите домой, размораживаете, и половина оказывается водой. Предусмотрены нормы по запрету инжектирования вводу воды в такое мясо, добавление различных запрещенных фосфатов и других ингредиентов, чтобы условно на вкус они казались свежими, вкусными, а на самом деле это уже очень старое мясо было. 8 литров инсектицидов на сумму более 2 миллиардов тенге планировал приобрести один из комитетов Министерства сельского хозяйства страны.
Признаки завышения цен на закуп химических препаратов выявила антикоррупционная служба. В ведомстве пояснили, что заявленные в лотах объемы веществ, предназначенных для уничтожения вредных насекомых, не соответствуют указанной площади для обработки. Фактически на эти деньги можно было купить более 50 тысяч литров препарата, даже по самой высокой стоимости. Площадь обработки заказчику известна. Более того, указана формула определения потребностей. При этом в объявлении и технической спецификации не был указан необходимый объем инсектицидов для обработки каждой площади. Формально поставлен общий объем товара по каждому лоту 1 литр. Текст техспецификации искажает реальные условия закупки и отсекает часть потенциальных поставщиков. В завершение выпуска. Военные учения прошли в Мангостаусской области. На этот раз морские пехотинцы демонстрировали навыки ведения боя в ночное время. По легенде учений, на полигоне Оймаша, недалеко от Актау, развернулось настоящее сражение. В учебном бою приняли участие более 60 подразделений, 9 разведывательных групп и 40 минометных групп артиллерийского дивизиона морской пехоты. Акцент делали на тренировку младшего командного состава. По легенде учений противник нападает ночью. Замечен неизвестный вооруженный отряд, доложила разведка. Враг мобилен и очень опасен, но он не знает, что его планы уже раскрыли. Морские пехотинцы подготовили засаду. В ход пошла бронетехника и пулеметы. В этот раз 50% практических занятий у нас проводятся в ночное время. Перед нами поставили задачу разбить основные силы противника точными минометными ударами. Мы застали врага врасплох и уничтожили его. Морские пехотинцы уничтожили технику, направляющуюся к их укрепрайону, ручными противотанковыми гранатами. Противник был вынужден отступить, но шанса спастись у него не было. Его разбил огонь минометов. Учения помогают совершенствовать наши навыки и держать их в тонусе. Командиры прогнозируют любые ситуации, а мы отрабатываем все до мельчайших нюансов. Формируется психологическая устойчивость, ведь отделения морской пехоты действуют в условиях, максимально приближенных к боевым. Мишени подсвечиваются, а стрелки используют трассирующие боеприпасы для наблюдения, попали ли они в цель. Лучшие результаты военнослужащих высоко оценены командным составом. К слову, ночные учения являются обязательным элементом боевой подготовки морских пехотинцев. Тамара Степанова, Саламат Бекбаев, Мангостаусская область, Хабар 24. К этому часу у нас все. Всего доброго.